Что вы делаете, мистер? Ничего. Это частный владелец. Частный? Расселся тут. Да, расселся. Это чья-то собственность? А ты как думал? Погляди сюда. И что это? Это указатель. Он не умеет читать. Тогда я прочитаю. Это частная собственность. И таким, как ты, здесь не место. Убирайся отсюда. Так и сказал? Да. Очень странный английский. Я не понял. Он смеется. А мы нет. Ну, будет, будет. Хватит. Давайте разберемся. Ладно. Будем считать, что это ваша неприкосновенная территория. И мною нарушена неприкосновенность ваших границ. Это я могу понять. Но это не страшно. Вряд ли проблема того стоит. Это дом, как бы ваш дом, и он ваш. Если вы меня пропустите, я уйду прямо сейчас. Договорились? Вас устраивает? Как думаешь, он должен заплатить? Хорошая мысль. Ты нам заплатишь. Послушайте, у меня и так неудачное утро. Не доставайте меня. Надо платить. А как насчет портфельчика? Хорошая мысль. Давай сюда портфель. Мой портфель вы не получите. А ну давай сюда свой чертов портфель. Хорошо. Хорошо. Я никому не мешал, никого не задевал. Я не собирался никого трогать. Значит, если человек 5 минут провел на вашей территории, он должен вам платить. Ладно. Хотите портфель? Я отдам вам его. Вот вам портфель. Хочешь портфель? Получи. Получи. Эй, ты куда? Ты забыл мой портфель. Портфель! Убирайся вон. Я иду домой. Домой. Я иду домой. Ну и вещица.